Эти блинчики выпекаются в духовке, они жарятся на плите в сковороде. Этот очень вкусный десерт напоминает пудинг. Готовится очень просто и быстро. Можно приготовить на завтрак. Этот замечательный десерт можно подать к чаю или с молоком. Тесто готовится как на йоркширские пудинги, собственно, это тесто на блины, но нужно обязательно придерживаться пропорций. Готовые блины можно смазать взбитыми сливками, сметаной, джемом. Посыпать любыми ягодами, в моем случае, черная смородина. Готовьте, получится вкусно. В миску влейте молоко, вбейте яйца, добавьте щепотку соли, ванильный сахар и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Вот такая однородная масса должна получиться. В небольшую сковороду или форму для запекания кладем сливочное масло и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку, это важный шаг. Когда сковорода нагреется, а масло разойдется, вынимаем сковороду из духовки. Выливаем тесто и возвращаем форму в духовку. Еще важный момент. Духовку первые 15 минут не открывать. Наблюдаем через стеклянную дверь, когда блин начнет золотиться, значит готов. Блины должны подняться. Вот такие пышные, но по мере остывания, они оседают. Смажьте блин взбитыми сливками, посыпьте ягодами и сахарной пудрой. Приятного аппетита!